Для переезда уже оформляются документы на новое жилье. Два трехэтажных дома построили за полгода. После того, когда летом люди рассказали губернатору, что опасаются дальше жить в разваливающемся здании общежития. Вениамин Кондратьев тогда же поручил найти место для переселения жильцов. А из краевого бюджета на это выделили около 157 миллионов рублей. Строительство новых домов все это время стояло на учете контрольного управления.